Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы скульпторов-художников, знакомиться с их автобиографией. Джонсон Цанг – скульптор, работающий в стиле сюрреализм. Родился в Гонконге, и в его работах в основном используются реалистические скульптурные техники в сочетании с сюрреалистическими воображениями. В 2002 году он начал представлять разнообразные вкрапления керамики в своей скульптуре. Создал серию «Янг-Янг», которые затем были собраны Гонконгским художественным музеем и Тайваньским музеем керамики Инге. За последние десятилетия Джонсон усовершенствовал свой прием, позволяющий запечатлевать мгновенный момент всплесков на белом фарфоре. В 2011-2012 годах работы Цанга «Чаши фантазии» и «Всплеск чуда» были удостоены специального приза международного конкурса в Корее и гран-при при Тайваньской международной биеннале керамики 2012 года. Джонсон – первый китайский художник, получивший обе эти престижные международные награды в области керамики. Помимо керамики, Цанг работает над скульптурами из нержавеющей стали и проекторами паблик арта 2004 года. Был заказан рядом частных и общественных организаций. В 2009 году Цанг получил благодарность министра внутренних дел от правительства специального административного района Гонконг за его выдающиеся достижения в международных художественных мероприятиях. С 2014 года Цанг назначен музейным экспертом-консультантом Департамента досуга и культурных услуг. Вот так вкратце, данных не очень много я нашел в интернете о скульпторе, работающем в стиле сюрреализма, Джонсон Цанг. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.